открою я микрофон, чтобы не сильно дуло. Сейчас поснимаю чуть-чуть. И потом слезу вниз. Какая здесь стала, да, на верхнем мостике. Да и крышечки покрасили сегодня. Так, пошел я вниз. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 сентября. Решил я снять видео из серии «Судовой журнал». Наверху у нас ветрено, здесь у нас тоже ветрено, но думаю, что должно быть хорошо слышно. На пути мы из Норвегии в Голландию, в порт Мурдейк. Вон старпом на вахте ходит. Тут у нас опять ветер. Занимались мы сегодня этим переходом работами. Все покрасили, тут перекрасили. Молодцы какие ребята. Все чистенько, хорошо. Крышки я уже показывал. Крышечки покрасили. Все теперь как новенькое. Что у нас ожидает нас? Так, значит, грузить я видео буду завтра, 8 сентября, на заходе в Роттердам, когда связь появится, потому что здесь мы, конечно, уже приблизимся к берегу, но связи будет никакой вообще. А если что-то и пробьет, то мне ничего не загрузить, все будет слабенький мобильный интернет. Поэтому завтра загружу видео из серии «Судовой журнал», 7 сентября. И сейчас расскажу планы. Завтра, возможно, будет некогда. Почему? Потому что мы завтра стоим сразу же на выгрузку днем в Мурдейке. Вечером нас заканчивают. И мы сразу идем куда? Мы идем в Дуйсбург. Мы идем в Дуйсбург на погрузку металлом. Потом мы, соответственно, в Роттердам. Соответственно, в Роттердам на догрузку. И где-то мы в субботу, наверное, будем в Роттердаме. И пойдем мы на три порта Норвегии. В этот раз один добавился, где я не был уже давно. Фредрикстад мы были в этом контракте уже 2 раза. В Санднесе были в этом контракте разок. И пойдем еще в Страуме, это в сторону Бергена. Вот, три порта в Норвегии. Если будет возможность, если будем стоять, но нам не обещают стоянку ни в Дуйсбурге, нигде. Все быстро-быстро. Прямые эфиры, не знаю, будут, не будут. По возможности постараюсь. В Дуйсбург идем. На речке уйдем в ночь. Наверное, вряд ли буду что-то делать. Обратно, наверное, тоже будем возвращаться в ночь. Посмотрим, как получится. Буду делать прямые трансляции. Не получится, буду снимать очередные видео, рассказывать, как, чего и куда мы идем. Вот такие вот у нас планы. Погода нам опять шепчет. Погода нам опять нашептала. Хорошая погода стоит, поэтому занимаемся покрасочными работами. Сори, рука устает. Покрасочными работами занимаемся. Вот, хоть начали приходить. В принципе, и так было хорошее состояние парохода, и так, но сейчас вообще все прекрасно. Очень душа и глаза радуются. Поэтому надо... Новое судно надо стараться поддерживать, чистоту, порядок. Вот, как вы видели в начале видео, залез я на верхний мостик.
Но не тут-то было, ветрище. Но я знал, хотел поснимать. Все, я пробую, экспериментирую, как микрофоны работают на ветру, как их прикрывать. Ну, то есть, так называемый микрофон, телефон. Поэтому пришлось мне слезть вниз. Тут труба шумит, тут вентиляции шумят. Но я думаю, что меня должно быть слышно. Вот, в принципе, все. Похожу, пока поснимаю, как там у нас чего. Прекрасные погоды для увеличения длины видео хотя бы. Оп. Не знаю, как закрывать микрофон, не знаю, поэтому извиняйте, если будет очень шумно. Вот такая у нас покрасочка, потом до палубы дойдем, палубы покрасим, будет все замечательно. Прошлись тут ребята, конечно, и везде, и внешнюю часть, где-то я показывал, надо будет. Сейчас все беленько, красивенько. Сегодня ходил, смотрел. Стойки тоже вон подкрасили. Молодцы. Пойду вниз, посмотрю, как там дела обстоят. Тут вот вроде, я думал, что здесь нарушим технологию, и краска не будет стоять. Но ничего, стоит. Погоду ждать некогда, поэтому смотришь прогноз, как чего. И пользуемся возможностью, красим, готовим поверхность. Потому что, сами понимаете, в северном регионе ждать погоду некогда. Вот. Тут тоже, но тут рабочие такие палубы. Вот так вот, две. Тут постоянно все подчищается, подкрашивается. Так она такая рабочая. Вот такая вот красота сейчас. Что смогли, успели сегодня. Потом можно будет уже мелочь, комменты и все прочее докраситься. Настроечка белая. Глаз. Глаз не смотрит от белизны. Ну ладно. Все у нас хорошо, все отлично. Вот такие вот, в принципе, рутинные зарисовки переходом в море. Погода была, в принципе, хорошая. Чуть-чуть только нас качнуло. Чуть-чуточку совсем. С пятого на шестое ночью, как я и говорил, по прогнозу. А так, в принципе, перешли нормально. Вот будем смотреть, что у нас дальше, как будет у нас переход обратно будет на Норвегию. Какая будет погода. В принципе, все. Вот такая вот рутина, как я уже говорил, рутина на судне. Палубная, я имею в виду. Машину потом залезу. Сегодня хотел в машину сходить, не пошел. Вот. В принципе, что еще? Мурдейк, выгрузка, Дуйсбург, погрузка, Роттердам, догрузка и три порта Норвегии. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. Судовой журнал, выпуск номер 3. Всем спасибо, всем пока.